Я не понимаю. У нас кто-то ввел коллегиальное правление? Ну, брось, брось. Ну, и Семен пожадничал. Я говорил ему, дай 15. Деньгами глушить надо, нищий катать. Вот было бы здесь 15 тысяч, у человека никаких колебаний. Он понял бы, что имеет дело с серьезными людьми. Да этот Шубников, Цуцик, мелкого пошиба. От 15 тысяч он так бы перетрусил. Кретин! Что... Тебя ночным сторожем работать, а не директором. Этот ваш Цуцик ведет игру. А вот какую? Да завтра не узнаешь, и все ваша самодеятельность. Ладно. Ладно. Завтра принесем ему 15. Заткнись! Если вы такие умные, все без меня решать. Ты должен был сам ему передать, но тебе важно другое. Тебе важно запутать Регину и тем самым власть надо мной получить. Ты не отводи глаза. Я тебе запретил ее вовлекать. Да или нет? При чем тут я? Она сама. Эй, дурочка! Не ори! Семен, я тебя накажу. Ну как ты, Коля, меня накажешь? Выговор. Ведомства у нас разные. Да и по должности я не ниже. К прокурору. Соки у нас общие, кровообращение одно. А Региночка наша... Что? Я говорю, Региночка наша. Твоя доля стала меньше на 2%. Будешь продолжать? Завтра на фабрике все прекратить. Излишки ликвидировать. Лишние бумаги тоже. А ты отправляйся домой. Проспись. Я машину отпустил. Как я поеду? Автобусом. Автобусом. Зажрались. Чуть только деньги почувствовали. Сразу вали, гуляй, нажирай пузо и власть вам подавай, жлобье. Ты тогда сегодня очень много шумишь, Николай. И не все путем. Пусть переночует у меня. Да. Здесь воздух, кислород. Газировочки? Нет. Надоели вы мне. Уехать хочу. От себя никуда не уедешь. И от меня тоже. Держи.